Здорово, друзья, это Ник 86, и сегодня будем исправлять болячку Лада Веста, а точнее подогрев сиденья. В общем, в этом месте он сгорел, перетерся о скобу крепления, и теперь нужно, ребята, все скрывать и чинить. Так что это дело не в кнопке, она работает, она загорается, все нормально, но напряжение идет, но сюда, но не доходит. Так, все снимаем, сиденье снимаем, приезжает Шайтан электрик и все мне делает. Он потому что умеет это делать, он уже не в первый раз такую болячку чинил. Кстати, еще помылся вчера. Ну-ка. О, как все чистенько, смотрите. Он еще водичка капает. В общем, все отмыл. Вот эту пидерсию более-менее отмыл. Вот, там все за фильтром отмыл, видите, все чистенько стало. Мозги накрывал, чтобы их не залить. Ну и тут тоже как мог зашел, отмыл. Ну и здесь. Так-то все чистенько. Остался только вот этот мовиль с грязью вымыть. Вот этот дядя пришел и просто ломает мою машину. Чмырнул ее, как всегда, сначала. Как тут что снимать, я так и не понял. В общем, ребята, все здесь подсоединяли. Сколько мусору здесь нашли. Денег нашли. Ну и вот. Разбирает. Сейчас будем искать обрывы. Что, снимается, что ли, тут? Смотри, эффект старины, ржавчина. Новая машина. Где там заклепки-то разные? Ё-моё. Сопротивляется китаец, да? Ты вообще меня всю ее разобрал. Я боюсь это слово. Он сейчас тесак свой вытащит. Сейчас нормальный ножик, да? Ну, у меня, кстати, есть красные стяжки мордовские. А, да это что это? Так, занозы вытаскивать. Раньше был-то другой тесак. Китайские машины, китайские ножи. Все. Петушнули. Номер даже есть, смотри. Личик. Номер есть каталожный. Их? Есть стяжки красные. Снести крючков. А почему? Их ты уже не засунешь. Ага. Пользуясь опытом, вот делается так. Оп. Ага. Пожалуйста. Ах ты, собака. Я с стоматологом работаю. У животных, что ли? Козлам зубы вырывал. Где-то здесь вот у меня сгорело. Вот. Вон, пожалуйста. Сразу все видно. Вот, вот. Дебилы едят налево. Ой, дебилы. Пожалуйста. Пожалуйста. Как метатель ножей. Ну, в общем, все понятно. Резать к чертовой матери. Тут вот соединение делать. Петухи. Ну что, ребята, в общем, вот вся причина. Сейчас будем паять, обжигать и паять. Он, ребята, раскумаривает. Здорово, у тебя паяльник-то. Кого пытал? Подряд. Какой провод не устоит перед ним? Никакой, да? Вот тебе же погрев, да? Положил. Да, две штуки. И все. Сейчас зашьем нахуй. Вот так вот. Блин, а вот приорский подогрев намного толще. Я его с собой взял, ну-ка. Здесь 220 можно. Ну, видишь, 14. А давай пацанам покажем, если вдруг, чтобы весовский не покупать, этот подойдет? Да. Ну да, не так сильно, но
Подходит. Придется вот здесь загибать. Угу. Вот. Так. Ну все. Ну все. Потому что Веста дорого стоит. И найти сложно. Веста в общем дорого стоит. Да. Она очень дорого стоит. Ну, в общем, смотрите, новые технологии. Раздолбали пену. Ох ты! И вот этой херней залепим пластырем, как больного человека. На голову, который купил Весту. Ой, ё-моё. Кстати, в Citroёn такая же херня получается. Это не то, что Веста Китай. Я ничего против Citroёn не имею. Citroёn 5-го года. С прошлого века было. Нормально. Опять кумарим. Вот дядь Никита будет зимой, и этот в тепле. О, кайф. Чтоб такой петушни не было здесь, на другой стороне. Вот сделаны закладочки. Сюда. И сверху. Да, и сверху поролончик. Все, протираться уже не будет. А то он больше ко мне не приедет. Через полгода. Через полгода. Здорово. Здорово. Убиватель КПП и всех машин. Сия всех машин. Ребята, вот на колени. Пробило корпус коробки передач. Ну, я думал, не знаю, что это такое. А прям коробку снял, в отверстие видно, смотрите. К дифференциалу уже шестерня болтами прикручивается. Смотрите. Вот болт открученный, вот открученные болты уже до конца. Смотрите, вот здесь уже открутился. Раз, два, три. Три болта открученных, короче. И этими болтами пробило корпус. Да, я с этой Калиной каждый день на новой машине езжу, только не на Калине. Один съемник забирает, второй отдает. Задолбал. Подогрев. На, твори. Что, снял что коробку? Да нету. Сразу заглядывают, что тут... Неделя уже прошла, я ничего не делаю. Ничего не хочешь, да? Вот она, точила Ромикина. Все хорошо, колеса хорошо. Колеса вообще топ. Вот это вот, видишь? Ехали, вот я показывал. Ну да, растопился подшипник. А этот, он, это как он красил вроде, да? Да. Вроде. Угу, это мы красили. Нормально выглядит все равно. Мат лучше, чем глянец. Определенно. Ну что, ребята, вот такие у нас зигзаги пошли. Провод вообще сыпется, говно. Так, все у нас там умещается. Вот так вот все будет по красоте. И, братан, о. Но форум будет держать, да? Конечно. А то сейчас тут начнут. Это ни на что не влияет. Пол машины разобрал. Вес ступена не испортишь. Да все, хватит там. Сейчас насквозь уже. Он еще залез в мой движок. Уйди нахер! Вообще движки не трогай своими руками. Они тебя прокляты. Вот так. Вот так, ребята, все ремонтируем. Чтобы вы не бомбили. О, как все четко. Во. Все. Все по заводу просто. Почти. Почти. Цвет только немножко отличается. Сегодня просто все собрались. Всем интересно. Всем интересно. Вообще прям четко. Айболит, да? Батя он. А, кстати, отец тут масло будет менять. Вот они. Так,
Да. Да, вот он масло будет менять. Люкс 10.40. Взял на заправке я 1170, а взял за 150. Ой, за 950. Метамбалы были. Вот и фильтр простой, салютовский. Опять же, взял масло не самое дешевое. Да ну его нафиг. Искать опять надо его. Что, работает что ли? Позвони. Все. Все четко. А спинка у меня работает? Работает. Ну слава богу. А почему он тогда не работал, когда вот этот сгорел? Обрыв цепи? Потому что сиденье подключается последовательно. Если одна сгорает, то не работает тоже. Сборка начнется. Давидыч, как подсказал слово петушиный, и пошло. Давидыч так начал говорить. И пошло, пошло, поехало. Петушиный, петушиный. Случайно не в этом видео. Недавно снимал. Когда BMW его. Петушиный поступок с Гордеем. Вот, кстати, уроки сейчас будут, как что делать. А я бы сейчас бы железками стягивал, мучился бы. Теперь вот так вот, да, вжик. Не, все делается просто. Очень легко. Все приходит с опытом. Главное, чтобы они не оторвались потом. Ну, хотя они уже не будут хотя бы шуметь там, все дела, пластик к пластику. Так, берешь, засовываешь, выравниваешь. Угу. Рык. И нет мучений, да? Все. И завод. Почему так завод не сделал? Шоп. Стяжек нет, наверное. А, дороже, наверное. Металл гнилой-то, оно дешевле. Ну, вот так вот и все. Есть. Да, в натуре. И форму держит. Плюс еще даже еще не натягивали. Ну давай, Сань, чини коробку, пацанам потом покажу, как ты ее обновил. Ты все можешь снимать, да, полностью? Там долго надо, потом другую разобрать, под корпус здесь. Ну, в общем, все, хана там колени, ребят. Но будет она еще лучше после этого. Ну или хуже, хер его знает. Потом поедем в аэродром. На, кстати, гонки хочет когда турбануть. Или без турбо еще. Да, я и без сделаю всех. Детей. Какой 1.6. Французский. Ну, будет интересно закуситься. Поедем, поедем. Да, да, да. Я тебя на Авесте сделаю. На Нексе. Ты на колени поедешь, как ты сделаешь. На колени она не сделает никого. Да что ты? Почему не делаешь? Здесь всего лишь 110 лошадей. У меня 106. Посмотрим, чей француз лучше. Русско-китайский француз или чисто француз? Удивил. Сделал что? Мы это запомнили. Все. Первый это как ее снег или первый дождь сильный. Цитроенчик на Карпаты поедет. Ты помнишь, как я ехал со скоростью бум 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 с доктором? Да. Нет, блядь, не бездорожье, глупости. Ну говорит, таких машин. Все, все. Вот на это поедешь с нами, да? На это поедешь. Поедешь. Другую, пофиг, любую бери машину и ладно, все, забились. У меня во дворе 4 есть вообще-то. Она живая? Ну, как раз для таких целей. Ага, ну все, братан, да, все. Который тот раз гонку устроили? Да. А там от нее что-то осталось? Она может ехать? Сейчас на ходу.
А, радиатор сверху, капот на пятку. Винтом, но на ходу, да? Нормально, ну и хорошо, все, забились, будет. Будет, да. Будет. Зимой уже ее не будет, наверное. Но мы этот, в дожди, когда вот тут пойдут дожди, грязь. Блин, чуть не сгорел, с ума сойти. А ты на чем поедем? Я ни на чем. Как это, на листе, по грязи? Я не забивался. Я вот на гонке поеду, базару нет. Вот просто... петушиным сиденьем, петушиные перья, блин. Потом говорят, почему веста плохая. Потому что петух я купил. Серега, ну точно мне комментарий напишет. В экзисте. Че, работает? Экзист, а что ему будет, конечно. Вообще четко. Вообще, Вася! По заводу. Ребят, смотрите, тут какие фиксаторы, чтобы более-менее представление было у вас, как разобрать сиденье. Все просто. Вот, ребята, вот эта вот фигня на защелках, вот здесь вот, нажимаете отверткой и вытаскиваете вот так вот, чтобы вы знали. Тут просто защелки. Все. Дома. И вот эту. Вот так вот заходит. Все легко и просто. Все. Навьё. И говорили, вот типа, потом не соберешь его. Вот, собрали. Все нормально. Юбочка. Все, сейчас проверяем, пока его не ставим. А это что такое, братан? Вот петля. Мелкая жизнь. Мелкая жизнь. Так, видишь, крепится. Понял. Вот сюда, пазик. Так, делось. Да, все четко. Все, ребята, проверяем. Ждем, когда нагреется. Надо и спинку подождать, и сидушку. Все, ребята. О, все, процесс пошел. Все греется, и спинка греется. Горячее стало. Во, кайф просто. И задница греется. А, нету типа несколько положений. У дорогой Весты есть. Здесь такого нету. Дорогая Веста не может быть дороже.